Привет всем. Всем привет. 4 января. Вот, выехали. Выехали мы в курортный городок. Греется. Да, киска она сидит, греется на солнышке. Потому что тепло. Даже маленькой кроватки нет. И ничего, у нее ничего нет. Ни кроватки. Ну, народу, конечно, мало совсем. Ну, это еще много. Да где много? Считай. Вот, первое, второе. Ветерок небольшой был, ну как небольшой, на море. Хороший ветерок был. В городе-то нормально было, сильного ветра не было. Не было ни одного облачка. Да, вот утром вообще ни одного облачка не было. Вчера хорошая такая же погода была, спокойная, безветренная, и сегодня вот хорошая. Ну, тепло, градусов 11-12. Нормально, да? Ой, я зевать начала. Рассказывала, я аж убаюка. Ну, зевни еще. Давай. Расскажи, Аня, какого у нас денег? Лезь. Калачиком. Ну, что ты? Ты куда идешь? Ау. Расскажи, куда ты идешь? Куда ты хочешь? А? Лесик. Завтра вы... О, Лесик зевает. Ай. Спать хочешь? Вышли все. Зевотой. Завтра в цирк поедете, да? Завтра же цирк у вас. Пятое число. Лиза, Вика, Миша. Их тоже пойдут? Да что вы раздевались? Не знаю. Вполне. Тепло, это... да холод. Да не, это потеплело, наоборот, вы зеваете. Сейчас бы холодно было, не зевали бы. Дрожали бы. Это так тепло, так расслабило, что. Не да зев... Кто-то приехал на праздники в Сочи. Кто-то вот вписали сегодня, ответил я, что на праздники приехали, какая погода прекрасная. Да, сейчас хорошая погода, но у нас вот так вот постоит немножко, может дня 4 еще. Потом облачность, дождик пойдет, потом опять похолодание вот было. Вчера я с ночи был, утром 2,5 градуса. Холодно, ну прохладно, конечно. Ну, для нас это холодно, конечно. А сегодня уже совсем другое. Иди, балай. Иди, балай, топ. Балай. Ёлочка. Мы вообще бесплатно фоткаем, если нравится, магнит делать, находимся за минутку. На обратном пути выходите, делать. За одну минуту делаем. С совами, обезьянки. Mm-hmm. Красиво, за минуту делать. Выйдите, посмотрите, все покажем, расскажем. А вы билет покупали уже? Да нет. А, ну иди туда, гладь, тем более. Привет, привет. А ну-ка, обезьянку иди. Обезьянка. Давай, может, настроение поднимется, нет. Чудо. Опа, это Симона. Симона? Приедите к нам, пап, посмотрите. У нас Симоныч, кошка. Да? О, совпадение, да? Симка. Пап, иди посмотри, вон, Симочка. Да, мы видели. Не один раз. Будешь фоткаться? Чего? Мамуль, память собралась. Да, минута готова будет, а всю жизнь память. Вот. Люди есть, ходят на представление. Прислали с фотографиями. Елочка какая. О, красивая какая. Прислали с фотографиями. Сфотографируйте с животными. А, вышел, да? Актер уходит. А, вон котик вышел. Да. Пошел наверх. Это его отсюда выпустили? Глянь, интересно, да? Сейчас
Он ждет, смотри. Сам поднялся по лестнице. Вот его сейчас выпустили. Из этого бассейна выпустили. Они это цирковые котики. И вот он еще, парочка здесь. И вон еще, трое. И они сами вон вышли. Лестница пошла наверх. Вон он сейчас пойдет. Сейчас объявят его. Сейчас объявят, и он пойдет выступать. Ждут, видишь, он. Сцена. Интересно. Один отдыхает, другие плавают. А вон еще там один плавает. Ну пойдем. Вон, иди посмотри на пальму. Какая была пальма большая. Какая была огромная пальма, мы здесь возле нее собирали. Ростки собирали. Вот она пальма. Что стало с ней? Финиковая пальма. Съели. Все, нету ее. Вон она, это гниль, вот она, поеденная, все, личинка съела. Смотри, какая. Семена вон остались, да. Вон, я покажу сверху. Все, пальмы нету, такая огромная была. Ну, на видео осталось у нас. Пойдем. С фотографиями, представляю, ты сейчас фотографируешься, они еще захотят, да? Денег. Они говорят одну цену, потом получается там за каждое животное еще, да? Почем вы в прошлый раз фотографировались? 1800 или 1900. 1900 фотография вышла. А с ума. Там нас дали обезьянку, дали попугая, дали еще что-то, кого-то. Ну ясно. Вон совы сидят. Совы интересные, блин. Такие. Ну давайте вам на совы фотографировать. Сыч. А он не работает сегодня. Он не работает сегодня. Нет. Вот тут не работает. Работает. Че, ты будешь прыгать? А на что? Это защита. Сталкивайся сильнее. Вот. Ничего себе. Все видно? Ага. Море видно? Ага. Море с другой стороны. Ага. Сзади. Со спины. И даже сзади видно. Нас со скалажа не вытащил от карабины. Я тоже так говорю. А ты же туда не ходишь. Я понимаю. Держи. Ну вот это уже что-то, кто молча как прыгал. Интересней? Уже выше дома, да? Повыше, чтобы ты увидел дельфинов. Да, улетит. Сейчас, наверное, видно было дельфинов, да? Да лечи, все такая. Что, серьезно видно? Дельфинов? Да ладно. Ты что, там? Дельфинарий. Да, ты что, не может. Можно в дельфинарий не ходить. Попрыгай здесь. Было видно. Белуха.
белый, белый кит. Да ладно. Видно было? Леся прыгала так высоко, что видела даже дельфинов, да? В дельфинарии. Ну вот это да. Обычные дельфины и белуха. И белуха была? Ничего себе. И этот моржик. И ты так высоко прыгала? И моржик. Вот это да. Сцена, она же туда как раз. Ну вот. И сразу два в одном. И на батуте, и дельфинов посмотрела. Да? И вроде бы. И барабуля. Здесь еще можно заходить. Нырек ныряет. Рыбку поймал. Смотри, он поймал рыбку, она, смотри, видишь, кушай, смотри, проглотил, проглотил, да не утка, нырёк. Лапы видны. Нырёк. Лапы видны. Рыбку поймал сейчас, бычка или что-то такое похожее, и проглотил. Лапы видны. Ну, видишь, что-то есть всё-таки, да? Опа, он нырнул. Нырнул? Да. А с этой стороны Сочи. Видно Сочи. Хоста вот прямо мосвидный. Сочи. Фрегат. Пансионат вот он. Пойдем спустимся. Так долго он под водой был? Да, долго. Пойдем спустимся поближе на берег. Пошли. Ну, лапы не видно. Тут нам подъехать. Здесь нет. Ну, пойдем, подойдем. Ближе к нему, может. А он уплыл уже, да, дальше? Что тут, закрыто, что ли? Давай. Смотри, мы нырли туда. Это закрыли. Перейдешь? Нырнул, да. Не такой, что не подпустишь, что ли. А вот здесь нырял. Где он? Уплыл? Уплыл. Куда? Ну, поймал рыбку хорошую такую. Он ее проглотил с трудом так. Вот море спокойное. Ветра нету, люди отдыхают, кушают. Разговаривают, общаются. Причал, курортный городок. Окунется. Папа. Надо домой сразу ехать. Что? А кто там вдалеке? Че? Ну, чайки, что ли?
чайки сидят. А вон то, чайки вот ближе сидят, вон, сейчас. А вон то дальше, это сети стоят. Это сети, поплывки стоят, сети. Это некоторые, как это, ну, рыболовные у нас есть, артели здесь. Им разрешено, они участки как-то там делят, выигрывают, как-то там по конкурсу или что-то у них там. И они вот ловят рыбу. Есть, на камбалу ставят. Товарный, товарняк. Ну вот, люди даже без курток, куртки сняли. Закручивается волна возле волнореза, смотри. Что делать? Ну да, кругом. Как круговорота. А, рапанчик. Маленький, видишь, его разбило. Я? Да нет. Море. Море вот. Да, я поставлю здесь. Немножко снимем. Брызги летят. Да. Брызгает сильно. О, небо красивое. Перистые облака. Вроде погода еще будет. А вон гора Ахун. Солнце освещает. Кому не туда не поднесли. Ну это далеко будет. И башня вон с левой стороны. А ветер? Никак, мы туда не съездим. Пойдем на волнорез еще зайдем. Трясогузки, посмотри, он летает прямо над морем. Вон она, трясогузка. Интересно. Полетела. Ну что, пойдем потихоньку. Нам уже. Папа, если найдем хачапури, купишь? А? Посмотрим. Значит, вон гостиница «Весна», потом коралл, вот он, пансионат. Потом, что у нас, дельфин, фрегат. Все, нам надо ехать. Сегодня у нас планы еще на вечер.
Вон он нырек еще один приплыл. Где рысик? Совсем близко у берега. А это он и есть маленький этот, который рыбу поймал. Нырнул, но это все. Это надолго его не будет. Еще самолет взлетел. А вон он вынырнул. Пойдем, пойдем. Ласточка. Ласточка. Это не на красный. Аэропорт. Вот остановка. Известие. И поехала дальше. В аэропорт. Представление в дельфинарии закончилось. Люди выходят. Пока мы на море ходили. И вот сразу фотографы с животными подбегают. Приставучие слишком. Мы уже не стали говорить, что местные. Они уже и так, фотографии на память, на магнит. Магнит на это, на холодильник, там это. Мы молчим, что мы местные. Сразу, конечно, когда говоришь, да, отстаю сразу. Ну, понятно все. А это он несколько раз подходил, не поймет, что такое. Так уговаривает и не соглашаются никак. Просто уже делали фотографии. Сколько можно их. Цены такие, что... Выставка восковых фигур. Фото, видеосъемка бесплатно. Но это летом еще было. Давай подешево, ты закрой. Ленин. Владимир Ильич Ленин. А вон этот с аватара стоит. Так вот. Застегни. Полка идет расстегнутая. Давай. Домой, чтобы дома ходить. А вот коралл. Пансионат. Вот такие елочки. Ведется видеонаблюдение написано. Ну, елочки, думаю, можно снять. Красивые елочки. Вообще. Вон какая красота. Две штучки. И вон вторая. Да. Здесь площадка детская. Сейчас зайдем. Магнолия. А эти кусты как называются, не помнишь? Малосемянник. А, это смолосемянник. Магнолия большие. Кипарисы. А это что? Какой-то странный, да? На кипарис похоже. Ну да, какой-то кипарис. А это вот, как они называются? Пирамидальный, да, там или как там, форма разная. Этот вообще вот туйка, эвкалипты, он какие эвкалипты. А, уже катается. Ну давай покатайся. Ты не будешь? Садись рядом. Ну, место не поместишься. Вон эвкалипты. Пойдем вот на ту
На тренажеры. Мама, раскачай меня. На тренажеры. Держись. Смотри, голова закружится. Здесь запах даже чувствуется, вот эвкалипта. Чувствуешь, эвкалиптом пахнет? М? Чувствую. Запах прям эвкалипта. Глянь, как воздух свежий, такой насыщенный. Вот под эвкалиптом говорят же, как они там, комаров нету. Они боятся, это эфирные масла выделяют. Много было посажено, когда боролись с малярией, с комаром, с малярийным, эвкалиптов и гамбузию рыбку привезли из Америки, из Северной Америки, запустили. Ну что, да, вот я прям стою, и запах эвкалипта. Ну, конечно, прям вот рядом. Сорву один листик. Ничего страшного, дерева не будет. А то было видео, я сорвал цветочек этой магнолии. Ой, что там творилось? Ох, какой резкий запах. Прям резкий. А, мама, какой, ух. Сильный. Ой, сейчас был в баню. В баню. Дай понюхать. А это... Комментарии такие, что вы рвете. Опять возвращаюсь к этой теме. Ну да, я не буду об этом говорить. Ладно. А вот эта мозаика вот здесь вот называется коралл. Вон там рыбки дальше есть, бассейн. Мы сейчас туда не пойдем уже. Не успеваем просто сегодня. Раньше старый Сочи, когда там был бассейн и вода была. Мы с классом ходили, я помню, еще купались с классом, блин, и с родителями. Залазили летом, там вода была. Это церетель, оказывается, мозаика церетель. А вот это тоже. Я вот это точно не знаю, не помню, вот это церетель или нет, но это коралл называется. Вот такое. Вот тоже мозаика похожая. Вот такая же мозаика. Рыбки сделан бассейн, там дальше тоже побито, все уже отбито, все приходит уже, все это все еще в советское время делалось, сейчас все рушится, отваливается кусками огромными. Вот, скоро ничего не останется. О, какие куски, все отваливается, жалко, да? Ну что, время берет свое. Коралл, вот похоже на коралл, да? Красный коралл. Ну что? Вон сколько его. А это смальта называется. Такое вот мозаика, стекло. Делали стекло такое, смальта. Вон сколько. Помнишь, раньше собирали? Дома есть. Можно что-то сделать дома. А вот смотри, какая ровненькая. Видишь? Да, это не надо выбрать, это острое. Нам надо к дороге. Ну, оставь красную. Слышишь? А. Нам надо туда, к дороге. Сейчас можно машину стоять. Ну да, пойдем. А лесные нужны. Ну, сегодня уже все, ладно. Ну, всем пока. Всем. Иди сюда. Разруху. Это то время, когда был маленьким еще. Это все это осталось. Это такое счастье, что это осталось. Что не снесли, не убрали. Вон на том месте, вот тут у нас орнитологический парк был.
Да подожди, сейчас. Построили вот здание огромное. Так же и здесь позастроят со временем все. Ничего не будет, никаких воспоминаний и памяти не будет. Ты говоришь, разруху показываешь. Шуш. Рыбка какая, мозаика. Лесик, пошли, в руках пока понеси. Все, пока, скажи. Пока. Пока. Ну все, пока на сегодня. Да? Пока-пока. А это что такое, не пойму. Смотри, верба что ли? А? Похоже, да? Нет, это, скорее всего, магнолия, но листопадная. А, листопадная магнолия. Да, она же скоро цвести будет. А, ну да. В прошлом году ж мы показывали. Белая, розовая. Угу. Магнолия листопадная, да? Дерево красиво цветет. Ну, теперь точно все. Зашли в пышечную, да, перекусить. А елочка какая. А. Снеговик даже. Не надо, не надо. Проектор, да, такой? Здесь тоже светит. Ага.